Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте, и сегодня в эфире. В регионах Беларуси продолжаются выездные приемы граждан. Сегодня на связи с новополочанами и жителями Полоцкого региона Анатолий Леневич и председатель комитета госконтроля по Витебской области. Количество обращений снижается, значит, решает вопросы на местах. На финишной прямой. До конца ноября на Витебщине начнется производство белорусской вакцины от COVID-19. Сложные погодные условия. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Приближение к пешеходному переходу необходимо снизить скорость и в случае необходимости предоставить преимущество пешеходам, которые будут находиться на пешеходном переходе. Перейдем к подробностям. Транспортная инфраструктура, помощь в решении жилищных и судебных вопросов. В среднем именно так сегодня выглядит срез волнующих белорусов тем. Их поднимают на приемах граждан у местной администрации. За более детальным ответом обращаются вышестоящие инстанции. Так сегодня такая возможность была у новополочан и жителей Полоцкого района. Вопросы граждан северного региона вникали помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области Анатолий Леневич и председатель комитета государственного контроля по Витебской области Владимир Гадяцкий. Подробности знает Капиталина Зинкевич. Прийти с волнующим вопросом лично или позвонить по телефону. Сегодня такая возможность была у жителей Новополоцка и Полоцкого района. И ею, надо сказать, белорусы активно воспользовались. Не только в качестве помощи, но и благодарности в том числе. Спасибо строителям, сделали мост через реку Западная Двина. Полтора года делали, ну, скажем так, всем, не только строителям, всем, кто делал, спасибо. Но, скажем, обещали еще нам по городу Новополоцку второй мост через реку. Дмитрий Дмитриевич, спасибо, что вы так глобально думаете и заботитесь, значит, о территории. Но я вам скажу прямо и открыто, что на контроле постоянно этот вопрос, и правительство занимается, значит, решением финансирования. Вы правильно заметили. Но не все так просто в нынешнее время изыскать ресурс для того, чтобы выполнить те работы. Но с повестки дня это не снимается, и дорога в проекте, и строительство моста. К слову, вопросы транспортной инфраструктуры, как и жилищно-коммунального хозяйства, сегодня преобладали. Обращались люди и за содействием в решении судебных вопросов. Справедливость – то, что волнует наших граждан сегодня. И то, зачем люди и обращаются, приходя на такие приемы, зная, что ее гарантируют. Вопросы, которые поступали, их решить в одночасье невозможно, то есть они взяты на рассмотрение. Будем обращаться в органы проведения следствия или в прокуратуру по второму вопросу, где женщина обратилась по убийству. Поэтому вопрос достаточно сложный, она будет внимательно его изучить. Люди видят, что вопросы решаются, либо дается разъяснение. Вот как парень говорил, хочу вот, видеть справедливость, да, и на это особый упор, то есть для того, чтобы людям был ответ справедливый. Иногда не устраивающий того или иного заявителя обращения, но тем не менее он справедливый в части соблюдения законодательства и так далее. Уникальность таких приемов – два в одном, детальный подход, а еще возможность лишний раз акцентировать внимание на ключевом. Сегодня для Беларуси это в том числе ценовой вопрос. На уровне Витебщины, к примеру, организована рабочая группа, куда входят представители облсполкома, это Главное управление торговли, прокуратуры и областной МАРТ, которая ежедневно продолжает мониторинг цен в торговых объектах республики. Кроме того, работает горячая линия комитета госконтроля, немногим больше, чем за месяц, на которую поступило порядка 100 обращений, обоснованных, как показали проверки, единицы. Все должно быть и справедливо, и планово, и обоснованно. Экономическими расчетами прежде всего, а не конъюнктурщиной какой-то, не вот стремлением урвать что-то сейчас. Те субъекты хозяйствования, и в основном это мелкий бизнес, да, которые где-то пытались уловить момент свой, там пришлось действовать жестко. При этом мы не наказывали людей и субъектов хозяйствования, кто ну, где-то запутался, где-то по незнанию. Там, где возбуждены уголовные дела, а их у нас по области 6 на сегодня, это там, где субъекты ну, действительно не понимали,
даже после, ну вот один случай, мы в сентябре еще до всех поручений президента были в торговой точке, видели, что там завышаются цены, нарушается законодательство, предупредили, пришли в октябре, ну то же самое. Пришлось возбуждать уголовное дело. То есть жесткие решения принимаются взвешенно и обдуманно. За время двухчасового приема офф и онлайн за помощью обратилось 6 человек. Цифра небольшая и в разрезе обращений положительная, что говорит лишь об одном – качественной работе местной вертикали власти. К другим новостям. Новую волну заболеваемости COVID-19 начали фиксировать в Китае. Только за сутки выявлено свыше 7500 подтвержденных случаев заражения. Это максимальный показатель с мая этого года. В Беларуси же ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабильная. Ковидные пациенты есть, но их число незначительное. Необходимости увеличивать коечный фонд в больницах нет. В стране продолжается вакцинация. Полностью защитились себя от COVID-19 70,5% населения или свыше 6,5 миллионов человек. Хороший охват и бустеризации. Повторно прививку от инфекции поставили более 58%. Это в том числе позволило создать в стране необходимую иммунную прослойку. Большое внимание в Беларуси уделяется и производству собственной вакцины от коронавируса. Для этих целей на витебском предприятии «Белвит Унифарм» оборудован опытно-производственный цех. В нем все готово к выпуску первой опытной партии. Она уже прошла предварительные исследования. Препарат показал свою безопасность и эффективность. Он не токсичный и стимулирует выработку специфичных антител. Определено четкое понимание, как будут проводиться доклинические, клинические испытания белорусской отечественной вакцины. Определены те моменты, которые связаны с сертификацией производства, а также определены все те моменты, которые были изложены в поручении главы государства, правительства, губернатора. Белорусская вакцина от коронавируса получит название «Белковивак». После выпуска первой опытной партии, а случится это уже в конце ноября, пройдут клинические испытания. Параллельно предприятие создает площадку для организации промышленного выпуска препарата мощностью 20 миллионов доз вакцины в год. Задача – сделать новое производство универсальным. Основная тема выходит на первый план – это то, что на данном участке, на данном производстве мы могли бы производить и ряд еще очень важных вирусных вакцин, которые используются в нашем отечественном здравоохранении. То есть унификация такого производства, чтобы при необходимости или при потребности мы могли производить целый спектр нужных нам препаратов. Мы готовы в этой связи разрабатывать и производить любую другую вакцину против целой вот группы или серии других возможных вирусов. У нас традиционно были закупки вакцин против гриппа. Мы готовы, будем производить свою вакцину против гриппа. У нас целый ряд было вакцин закупалось вот для прививок детей, детских прививок. Там целая серия, целая группа. Мы будем готовы также освоить производство и организовывать выпуск этих вакцин для наших, вот, ну, для разных групп детей и населения. При изменении эпидемиологической ситуации на предприятии «Белвит Унифарм» смогут достаточно быстро адаптировать состав вакцины под новые штаммы. К слову, сегодня не снижает актуальности и вопрос постковидной реабилитации. В особенности одной из самых уязвимых групп населения – пожилых граждан. Наряду с программами, разработанными и действующими на базе медучреждений, в стране внедряют новые проекты по линии междисциплинарного взаимодействия. Так на Витебщине стартует инициатива «Санаторий на дому». Это комплексная медико-социальная работа с людьми в возрасте 60+. Причем не только после перенесенного ковида. Пилотным городом проекта станет и Новополоцк. Медико-социальный проект «Санаторий на дому» теперь и в Новополоцке. Начать его реализацию планируют с самого отдаленного микрорайона города Боровухи. А пока сегодня здесь идет презентация инициативы. Ее адресатами станут пожилые люди на надомном обслуживании, а вот соучастниками – широкий круг специалистов и волонтеров.
Те пациенты, которые находятся, это люди старшего возраста, которые не могут попасть во врачебную амбулаторию, не могут получить какие-то моменты ухода, будут получать за счет волонтерского и медицинского, и социального, и студенческого направления, будут обучены ребята, будет разработано сегодня понятие, какая основная группа требует нашего внимания и каким образом будут разрабатываться программы, которые возможны в реализации в условиях домашнего ухода. Проект междисциплинарный, и в этом его уникальность. Оказывать посильную помощь людям старшего возраста в разного рода реабилитации будут в тесной связке медики, социальные работники и студенты-волонтеры Полоцкого госуниверситета. Но прежде они все пройдут обучение на базе Витебского медуниверситета. В распоряжении опыт тамошних специалистов, а также специальные техники и методики. Система несложная, но действенная. Это будет и техника точечного массажа, и теренкур, это прогулки, да, с пожилыми. Это и оказание в учебе именно родственникам, либо самим гражданам в гигиенических процедурах, в уходе за пожилыми, за лицами с ограниченными возможностями. Также это и чтение, возможно, да, если пациент, вернее, человек пожилой, он не может читать, да, или он не видит, да, слабозрячий, то, естественно, это и различное времяпровождение, досуг. Также в проект планируют включить оказание юридической помощи и психологическое консультирование. С этими и не только направлениями хорошо знакомы новополоцкие соцработники. На базе территориального центра уже не первый год оказывается всесторонняя поддержка, прежде всего, пожилым людям. Поэтому местные специалисты лишь обогатят проект своими знаниями и опытом. Услугами Новополоцкого территориального центра социального обслуживания населения пользуются около 900 человек. Из них 472 пожилых гражданина пользуются услугами социальной помощи на дому. Услугами сиделки пользуются 15 человек. В нашей организации работают 51 социальный работник и 8 сиделок. Наши работники проходят постоянное обучение уходу за лежачими людьми. Мы также обучаем и родственников. Вот заключено 3 договора по обучению родственников лежачих больных. Подобный проект уже внедрялся в областном центре в 2015-м. Об этом участникам первой организационной встречи рассказала автор инициативы, заведующая кафедрой медицинской реабилитации Витебского медвуза Татьяна Оленская. Реализация оказалась успешной. Тогда медико-социальной реабилитации удалось охватить свыше 100 человек. Сегодня проект «Санаторий на дому» выходит на новый уровень и за пределы Витебска, в частности, приходит в Новополоцк. Последнее стало возможным благодаря поддержке молодежного парламента при национальном собрании. Самое главное на сегодняшний день – это улучшение качества жизни и сохранение качества жизни, достойного качества жизни наших людей старшего возраста. Постковидная ситуация показала о том, что один из вопросов, на который следует обращать внимание, это уменьшение синдрома одиночества у людей старшего возраста. То есть это еще, почему очень важно на сегодняшний день сохранение навыка общения и, как следствие, поддержание когнитивного статуса до долгого когнитивного статуса наших пациентов в хорошем функциональном состоянии. Пилотными городами проекта «Санаторий на дому» стали Витебск, Новополоцк, а также Шумилино. Впоследствии успешные практики планируют внедрить в других городах и селах Северного региона, а также по всей Беларуси. И это будет еще один существенный, а главное, уверенный шаг в реализации госпрограммы «Активное долголетие». Туманные осадки, плохая видимость, в том числе из-за короткого светового дня. Все это осложняет дорожную ситуацию. Практически ежедневно в Беларуси фиксируются дорожно-транспортные происшествия. Только в Новополоцке с начала этого года произошло 17 аварий, в которых столько же человек пострадало. Из них 3 детей. С участием пешеходов зафиксировано 5 ДТП. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание выбору безопасного скоростного режима и дистанции. Кроме этого, необходимо избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фар и не забывать пользоваться ремнями безопасности. Накануне серьезных холодов госавтоинспекторы также призывают водителей позаботиться и о своем авто. Первое, что необходимо сделать перед зимой, когда наступает зима, необходимо поменять резину с летней на зимнюю. Это ваша безопасность, прежде всего. Потом необходимо поменять жидкость стеклоомывателя с летней на зимнюю.
позаботиться о заряде аккумулятора, его свойствах, потерял он эти свойства, не потерял, если необходимо, то заменить аккумуляторную батарею. И также хотим напомнить, при движении в плохую зону видимости, а именно туман, необходимо включать дополнительные фары именно противотуманки, либо при недостаточной видимости включить аварийную световую сигнализацию и двигаться с той скоростью, которая могла бы вам позволить остановиться в случае необходимости. Быть более внимательными и осторожными ГАИ призывает и пешеходов. Переходить дорогу только в установленных местах, при этом убедившись в безопасности своих действий. А в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами. Эти простые правила уберегли уже не один десяток жизней. У меня на этом все. Напомню, просмотреть нашу программу можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «ВН-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Сергей Чураков. Добрый день. В Центре кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференции состоялось заседание группы при Совете министров обороны ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работе. В совещании приняли участие руководители органов управления военного образования, оборонных ведомств, государств-членов ОДКБ, представители Объединенного штаба и секретариата организации. Они обсудили наиболее актуальные вопросы обучения военнослужащих в современных условиях, порядок взаимодействия образовательных структур. В Заслоновской средней школе Лепельского района прошло торжественное открытие обновленного здания. В мероприятии приняли участие глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко, министр обороны Виктор Хренин, руководство района и механизированной бригады. Для гостей провели обзорную экскурсию по учебному заведению. Дети подготовили концертную программу «Ты в сердце моем, Беларусь». Сегодня в школе проходит обучение 230 учащихся, 50% из них – дети военнослужащих. В Петрикове обнаружили место массового расстрела мирных жителей времен Великой Отечественной войны. В работах по раскопкам задействован 52-й специализированный поисковый батальон. За несколько дней эксгумированы останки более 20 человек. Но это только начало. По мнению специалистов, здесь может находиться свыше 1000 погибших. Во время оккупации, это подтверждают архивные документы, на месте братской могилы была скотобойня, на которую, как оказалось, вместо животных фашисты свозили людей. До встречи. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда».